бой сценарного болта со зрительской мозгой. И вперед! Осторожно! Здесь растяжка! Но я знаю, что делать. Надо 5, 1, прыгнуть! Ты похер! Большие груди, тягутитесь, буферидза! Это что, отсылка на космическую одиссею Кубрика? Бля! Какой пиздец! Здравствуйте, ребятки! А чё так долго? Автор фильма не человек и не репликант. Это нейросеть, которая имитирует Михалкова? Иронично. К тебе подключен фонд кино, Министерство культуры и самые бездарные сценаристы? Это абсолютно гениальная система. Стоп, серьезно? На российское кино выделяет деньги сломанная нейросеть? Это фантастика! Пацаны, а вы из какой галактики? Ты не можешь меня переделать. Ребят, ну что вы делаете? Ну ладно, ну я народный там, я Я хочу, чтобы вы послушали песню. Спой. Сценарий про Льва Яшина, который с помощью мечей борется с инопланетянами. Ну это интересно. Сценарий про Гагарина, который напал на Японию и извергает из рта ракетное пламя. Банально. Что еще есть? Сценарий про Толстого, который превратился в камень бесконечности и с помощью каталки катается по линии времени. Пожалуйста, поделитесь вашей культурой.